ожидал такого вот конца. Малой, пролезай. Поползновение. Это не пейзажи, это спойлеры. Почему спойлеры? Так, камушек. Как вы будете камушек обтекать? Нормально обтекается, на ура. Че, нашли башню? Секретного ингредиента не существует. Нам туда. На лыжный курорт. Хорошо. Козлики. Открывай дверь давай. Пускай давай. Чё ты встал-то? Так. Что у нас здесь? Да. А туда залезем? Ата. Так, не, подожди. Малой, а ты можешь на козлика залезть? Порадуй меня. Можешь. Это горные козлики. Они за это по горам скачут. Понятно, мы теперь на маунтах. Мне нравится. Все, боевые макхарские козлы. Просто. Музон, да. Need for Speed. Goat Wanted. Easy Express доставка наверх. Так, и что это за Каликштейн? Угу. Идите работайте, шестерни нет. Теперь есть. Неси, малой. Служба починки, добровольное начало. Шестерню уперли. Здесь наверх полезли. Так, побежали. Побежали, оббегали эти делать. Где же надо как-то наверх залезть? Или что? Или не-не-не-не-не-не-не. Уно момента, уважаемая. Вот сюда нам, наверное, надо залезть будет. Подожди. Черта с два. Так, малой, ты можешь сюда забраться? Так, нет. А большой, ты если отпустишь шестерню, что-нибудь можешь здесь сделать? А-а-а! Ты с шестерней прыгаешь? Так, малой, а ты что-нибудь делаешь? Ну ты олень, говорит. Олень, да брось ты эту шестерню. Так, большой, ты что-нибудь делаешь вообще реально? Ты можешь перепрыгнуть, если будет шестерня здесь. Так, хорошо, подожди, а как мы шестерню поднимем? Эта хрень не будет без шестерни работать. Не-не-не, надо чтобы... А, все, господи, подожди, стой, назад. Назад, оба, ребят, назад. Вы, наверное, должны будете перекинуть шестерню, о чем вы? Малой просто должен с краю стоять. Большой, можешь шестерню поднять? Так, малой, давай, лови. Не, черта с два. Так, большой, шестерню. Так, большой, давай шестерню кидай. Окей. Окей. Комплексный подход. Просто кайфуля.
Ну? Ты не можешь шестерней? Ты не можешь в досочку? Давай, ты можешь в досочку. Ты троллишь меня просто. Ты просто лучший, братан. Да куда ты шестерню бери, дурак? Сейчас, ты, надеюсь, такой же грязи не будет. Давайте, ребята. Максимальная скорость, ребят. Малый призрак, шестерня через него прошла. Если я шестерню выкидываю, наверное, в пропасть. Чувак дает мне еще одну. Максимальная скорость просто невероятная. Не-не-не, ребят, давайте. Не ленимся, не ленимся. Ата! Ата! О, кукушка потянулась. Здорово, кукушка. Чё как сама? Подожди, ты же уехать должна была. Что за дела? Ты опять в разные стороны крутишь. Что значит в разные стороны крутишь? Ну ты же можешь их историть. Да я отвечаю, можно как-то быстрее крутить. Как? Не с той стороны типа подошел этим чуваком? Ну блин. Как-то странно. Может, попробуй в разные стороны походить. Обоими жму во все стороны. И осталась ради вас. Что-то я чувствую, что здесь где-то лукавство от Ольги Лукас. Может быть, камерой надо покрутить? Так, ребята, вы отпустить можете эту штуку? Малой пусть пройдет. Да и большой пройдет, все в порядке. Искусственно растягиваешь время стрима? Иди в жопу, я потыкался во все места. Чё не работает? Это надо R2 button нажать. Что тебе говорю? Я не знаю, что там крутится. Ага, крутится решетка. Нет, это не то. Надо сначала понять, какой звук издавать. Если там вообще речь идет о звуке. Так, ну давай, рассказывай. Привет. Полетать. Да. Полетела машина. И чё? Ты просто будешь дальше так стоять? А, я дал, он типа дал мне добро, а я просто с ним стою и разговариваю дальше. Я понял тебя. Так, малой, иди-ка сюда. Посмотрим, что здесь. Тут должен быть дельтаплан. Малой. Ну-ка, позырь-ка. Малой не дружит с телескопом. Малой, теперь позырь-ка. Опа. И чё? Чуваки с блюдцами. На братана можно посмотреть? И нельзя. Ладно, хорошо, я понял тебя. Ни хрена там война какая-то. Так, Джошик, не ори. Так. Где большой брат-то? Большой брат все уже пригвоздился. Остался малой брат.
Так, и что я делаю? Я там даже еще ничего не покрутил, а здесь я чем-то... Что мы делаем? Так, пацаны, вы что-то фигню делаете. Давайте-ка налево. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду, у меня. Да. Я. А там. Да. Я. Говорит, фигня там происходила. А там. Кто-то что-то. Я. А там. Дружняри. Да. Так, короче. Мне надо как-то долететь туда. Ружа просто скучает. Не скучай, там какая-то война непонятная происходит. Так, здесь надо, короче, пацанами управлять. Мы летим куда-то непонятно куда. Если я чуваками сюда, то мы можем перевернуться. Точнее, повернуть. Пещерку в какую-то залезли. Упс. Типа теперь управление будет хуже, да? И что мы делаем? Как нам наверх подняться? Что-то чувствую никак. Наш дельтаплан больше не дельтаплан. Люша, хрип, прощай, капитан. Веревоньку прибарахлили. Dark Souls пошел. Кульбитики, кульбитики, что ли? Ага, понятно. Сейчас мы... Веревка... Пацаны теперь связаны. О, нормас. Давайте, пацаны, полезли. Припарковано. Так, ну давайте старшим, младшим, а младшим тогда как, прости? И чё, подожди, старший не может больше ничего, а младший сюда, предположим, давай. Дальше-то что? Дальше ничего. Дальше туше. А, я понял тебя. А малой тогда отпускает. И сейчас вот за эту штуку будет хвататься. Окей. Малой, давай раскачивайся. Малой? Ты слабенький, что ли? А, надо было раскачаться с самого начала, я понял. Так. Поползновение.
прикольно, прикольно, что малой просто держит его на руках, получается. Обожаю такое говнишко. Мне так нравятся сверхъестественные люди. Люди-убийцы. Просто люди-убийцы. Просто... Я не знаю, кто вы, но вы просто убийцы. Так, теперь левый отпускает. Поползновение дальше. В смысле, правый. Ну, это ладно, это известное дело, я путаю право и лево. Вот так вот просто раскачивай. Это просто рядовая хрень. Нас такому на физре учили, ребят. Просто на физре. Честно вам говорю, на физре такое было. Это Бэтмен и Робин, походу, да? Это Халк, Халк и Железный Человек. Вот кто это такие. Ну, серьезно, это полный нонсенс. Малой ползет быстрее. Адские качели. Просто вообще одиозно, просто одиозно. Здесь еще какая-то решетонька. Полезли по ней. У меня боязнь высоты от твоего стрима. Ты еще что? Это что за фигня? А, ты еще и передвигаться с ним можешь. Вот это вообще кайфуля. Мне вот вообще нравится. Это ты передвигайся, а я буду раскачиваться. Всегда так делаю. Об камень саданулся, к сожалению. Воу, черт, уже не покатило. Вот так вот, всегда так раскачиваюсь. Воу! Воу! Физика? Не, не слышал, ребят. Какая физика? Кому эта физика нужна? Кто это? Кто придумал эти... Воу-воу-воу, пацан, ты меня пугаешь. Чувствую, меня сейчас тарелкой прижмет. Так, хорошо. Воу! Здесь. Воу! Здесь. Воу! Здесь. Воу! Здесь. Воу! Автоматически откусился. Но это еще куда не шло. Воу! Мне еще нравится, какое, правда, сразу разгон из ада. Воу! Давай, подольше повисим. Давай подольше повисим, проверим, как долго выдержит статуя. Ладно, не хотим проверять, как... ты куда зацепился, демон? Я так не договаривался с тобой. Рядовая схема. Всегда так с братанами. Парня в горы тяни, рискни. Не бросай одного его. Так, значит, сейчас мы... Ты, чувак, прыгаешь наверх. Ты отпускаешь. И сейчас супер своей способностью цепляешься за эту штуку. Теперь вы оба прыгаете наверх. Нет, такого не будет. Этого не будет, реально. Окей, хорошо, значит, ты отпускаешь. Сразу раскачиваешься. Ты прыгаешь наверх два раза. Ты отпускаешь. Сразу сюда. Ну, ребят, вы оба готовы? Полетели. Почему они, кстати, такие маленькие, здесь такие большие ворота? Кому вообще такие большие двери нужны? Гигантам каким-то. А дальше? Что дальше? Спрашиваешь, как дальше проходить? Я-то откуда знаю? Пацанов рядовое просто прохождение.
Пропасть между ними, это прикольно. Вы можете спрыгнуться? Нет, не можете. Окей. Окей. Все ломается. Я бы эту... что до этого они перепрыгивали хрен знает что, а теперь у них какие-то проблемы с этим. Я понял вас. Вот эти двое точно имели предков обезьян, в отличие от всех остальных людей. Так, хорошо. Так, вы соединились. О, чудо, вы соединились. Блин, они такие дружные, что я просто в шоке. Наверное, сюда нам надо, да? Ага. Посчитал центробежку. 918 ньютон держит. Малому 100 это вообще не помеха получается. Центробежку? Что? Прямо вот так вот ты посчитал уже все? Ты уже все решил? А то, что они прыгают, отталкиваясь руками на... Вот смотри, малой прыгнул, то... Малой сейчас... Смотри, внимание. Малой сейчас прыгает на 3 своих роста вверх. Ладно, ну хорошо, на 2 своих роста вверх. Вот так вот. С рук, с рук. Вот я могу всю жизнь тренироваться, у меня таких результатов не будет. Всегда так делаю. Ну да, известное, известное дело, уважаемый человек, потому что... И... Наверх, уважаемые. Они не брачные дети Спайдермена. Питера Покера, что ли? Все, решили, все, хватит с вас. Умба. Умба это рядовое ругательство. Там кто-то плачет. Там оба маленький кирпичный заводик могут открыть. Там сейчас будет гигантер какой-то. Слушай, они походу лилипуты какие-то. Так, ребята, успокоились. Походу реально какие-то лилипуты. Воу-воу-воу. Доски ломаются, потому что не выдержит вес их яиц. Рапунцель, Рапунцель, спусти свои волосы. Как благородно поставлены книжки. Прям для нас. Спасибо большое. Так, ну что ты тупишь-то, малой? Или это я туплю? Конечно, я. Малой лишь делает, что ему скажут, а я туплю. Воу-воу-воу, какие мы гигантеры. Нифига себе, что тебя колбасит-то так? Ара! Ара! Ну окей. Это такое? Нам показывают птица крыло. Птица крыло, ты можешь. Так, через решетку, наверное, только малой протиснется. А я перелезть через решетку, конечно же, не могу. Потому что я что, правильно, с детства очень, очень слабенький. Посмотри, пишет Лоурайт. У тебя расстройство братьев. Думаешь, в этом дело? Что-то подсказывает, что нет. Так, ну давай с этой штуки мы прыгаем сюда. Только большой, может быть, ты можешь подвесишься? Опа! У малого с руками все в порядке, конечно же.
Вау, израненная птичка совсем. Она не готова, по-моему, нас вести никуда. Это какой-то вообще грифона хрен знает что. Ара. Дрить, она израненная. Она посадит нас? Она нас отвезет? Может, только малого? Нет, она реально израненная и при этом отвезет нас. Она поняла, что нам от нее надо. Птичку жалко. Так сойдет, Рили. Судя по всему, вообще... Судя по всему, только мне жалко птичку. Птичка, иди регенерируй. Тебе надо постельный режим. Ты себя видела? Птичка сейчас здесь просто кровью наблюет. Это будет отвратительно. Ну, жесть же просто. Как ездить на ней, так тебе весело, ахаха. Как птичка умерла, так ты сразу рыдать. Вот ты двуличная тварь. Перышко уперли. Где общество защиты животных? Да, когда оно так нужно. Папа учит сына пить на рыбалке. О, сынок, еще 5 минут и бухать пойдем. Абвер, не грусти, пойдем. Это у них у обоих. Погрустить. Погрустить мод. Это птичка из Ведьмака, только мини-экземпляр. Ни хрена себе. Гигантеры какие. Только у него кровь до сих пор идет. Так ощущение, что здесь было вообще. Это либо мыли, или путы. Блин, нифига пейзажи. Нереальные. Какая нога. Какая вторая нога? Господи, боже мой. Ты нюхаешь ноги мертвых людей и удивляешься, что они плохо пахнут. Иди ты больной. Так, ребят, надо переползать. Так, малой, ты тоже давай, хватайся. На самом деле, если взять вашу массу и примерно прикинуть массу этой руки, вы сдвинуть это говно вообще просто даже близко не можете. Но это уже совсем другая история. Лавочки — это чекпоинты. Очень подозрительные соотношения сторон у меча. По кровище булькаем. Бэ. В дубе. Покатили. Так, малой, давай сразу цепляйся. А то ты какой-то беспонтовый, я помню, утонешь еще. А ты лимбо проходил? Угу. Отлично. Это город механиков.
Не знаю, к чему это здесь, но почему-то мне показалось, что за город механиков у нас какой-то. Так, подсаживай, пацана. Так чё ты троллишь-то меня? Подсади малого. Малого подсади. Дуболом ты. Торин ты дубощит. Вы чё, серьезно? Это вот то, чем вы будете заниматься? Высокоинтеллектуальные братья. Бразер, а ты лофту аутист просто. Ладно, я понял тебя. Может быть здесь? Окей, нет, и не здесь. Пойдем в обход. Настоящие герои всегда идут в обход. А, вот, ну, понятно. Аутист тут кто-то другой. А, тут подсадочка хорошо, конечно. Там подсадочка плохо. А тут хорошо. Почему нет? Все, всегда так делаю. Да расслабься ты. Иди заползай туда. Сейчас малой здесь запрыгнет. И веточку тебе организует, да? Ты же организуешь веточку? Да, организуешь. А ты? Теперь-то ты залезешь? О, молодцы, пацаны. Может, надо развернуться для подсадки? Да не, черта с два, они просто аутисты. Булава такая мне очень нравится. С нежными такими. С редкими нежными загугулинами. Шипы просто такие. Нежнейшие. Нежнейшие шипы. Так, малой, а ты что делаешь? Ты меня расстраиваешь, родной. Так, подожди-ка. Может быть, мне надо как-то на краешек? Так, нет, подожди. Малой. Что за бильберда? Ты либо прыгай на меня, либо прыгай на меня, либо... Так, сейчас давайте камеру покрутим. Сейчас мои нервы кто-то крутит. Стрела размером с баловодок. Всегда. Рядовая стрела. Махакамская стрела просто. Отличная, камера работает на пятюнечку. Так, малой. А, все в порядке. Вау, ребята, если он был еще жив. Вам насрать, вы хотя бы пульс проверили, бездушные вы две сволочи. Опять этот палаш, у которого рукоять как 75% лезвия. В кровище бежать. Вы знаете, что сколько там заразы может быть? Нога не двигается. Ататасики. Давай сюда залезать. Так, залезамба. Нет, или не залезамба. Да. Да нет. Так, ты будешь подсаживать? Что-то... Так, подожди, а чё мы сюда пришли-то тогда, если ты здесь ничего не делаешь, ничего не подсаживаешь? Так, братан, ты меня расстраиваешь. Когда я вижу, как ты не залезаешь, старший брат, ты меня раздражаешь. Что это у нас? Проход? Какая же ты все-таки бесчувственная скотина? Я бесчувственная скотина? Почему? Ты посмотри, птицы размером с меня. Мы реально какие-то карланы. Люди по 1,70 м. Люди по 1,70 м, короче. И... Воу-воу-воу-воу-воу, да ладно! Братаны, вы серьезно это делаете? Воу! 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 That's no lie, братаны! Воу! This shit is not for kids, вообще. Вообще not for kids. Да. Давайте-ка перерывчик на
перерывчик на хороший вид, ребят. Воу. Воу. Ата-ата, руби руку. Теперь еще и ногу. Фильм «Пила» вспомнился. Просто пва. Пацаны такие вообще жесткие. Просто жесткие пацаны. Просто очень жесткие пацаны. Ладно, я в тапчик на секундочку забегу. Мархосиас активировал премиум на ваш канал. Ай, Мархосиас, ай, спасибо. Руби ногу, да. Нога воз порублена. Когда ты выучишь управление или поставь удобное под себя раскладку, а то каждое действие смотришь на клаву. А, так никак, оно не меняется. Там можно в этом в файлике поковыряться. Я не на клаву смотрю, у меня просто микрофон так стоит. Ну ладно, короче, забей. Забей, никогда. Вставай, 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 вставай. Все, мы полюбовались. Мы полюбовались, нам пора идти дальше. А ты смотрел «Пилу»? Не, я, по-моему, только первую часть «Пилы» смотрел. А, все-таки они гиганты. Вон, смотрите, колесо какого-то маленького. Не, подождите, это нифига не колесо, это его тотем какой-то. Ну, типа Dreamcatcher, что-то такое. Ловушка для снов, это, по-моему, называется. Я не уверен, правда. Воу, что-то я боюсь, что я догадываюсь, что мы сейчас делать будем, и мне что-то страшно. Если мы после того, как из арбаля выстрелили... Ну да, понятно. Господи, да что за жизнь вообще происходит? Игра жесткая, просто жесткая. Это просто неоправданная жестокость. Ребята даже не ищут альтернативных путей решения своих каких-то проблем. Это ни к чему. Сначала нам надо взвести тетиву. Так, малой, ты-то не лезь-то, господи. Так, ты схвати здесь, ты схватись здесь. Оттягивайте. Блин, ребята, то, что может сделать этот гигант, то точно не можете сделать вы, это нечестно. Реально неоправданно. Зарепортил стрим за насилие. Это неоправданное насилие, просто неоправданное. Гримота, гримота вообще сплошная просто. Малой, куда ты прешь-то? Иди отсюда. В этой игре есть и тролли, и гиганты какие-то. Это вообще что такое? Подождите. Там они еще живые есть. Реки крови, и они ими наполняют что-то. Fuck my life. Что-то мы сейчас в плохое место идем, мне не нравится. Вот это я включил стрим. Да что-то вообще... Длиннота да гримота. Нормально. Наши ребятки вымазались. Что за игра по сравнению «Пила»? Это мультик. Вообще какой-то... Ребята, вы себе представляете, сколько там вообще всего в этой крови, что вы и так измазались? Можете к доктору просто уже даже не идти. Просто тупо наслаждайтесь последними моментами. Фак, я еще слежу кровью. Зачем долбишься в ящик? Давайте-ка посмотрим в эту штуку. Можем поглядеть? Не, ничего интересного здесь нет. Вида не дает. Ой, давайте вымоемся. О, сразу вымылся. Инстант вымок. Вот я так в душ хожу, ребят. Примерно столько же время трачу и считаю, что с меня так же быстро все слезает. Так, подождите, они же размеров
Подождите, это люди моих размеров или не моих? По-моему, моих размеров. Да, моих, судя по перспективе. Гениальная барабанная игра, прям как Виплэш нас слушаю. Вы камеру-то развернете? А это-то зачем? Ну ладно, хорошо, давай. Только я не знаю, зачем ты это делаешь. Подожди, подожди, подожди. Большой тоже должен быть окровавлен. О. Сейчас мы их... Сейчас мы сделаем так, что это, на... что это их большинство пришло. Ну чё, говнари? Ну-ка, поклоняйтесь мне. Я тут главный. А ты иди сюда. Вызвали чертяки. Что, говно, заговор? Ну-ка, за ними. Бегом, малые! О, мужики с пиками. Утай. Помылись, побежали дальше. Убей, играя в некроморфов. Пики точеные. Или пики точеные. Выбора. Альтернатив нет. А, о, так вам наверх. Вам наверх, вот, вот лодочка. Что-то про, про Матан сказал. Матан. Все понятно. Попрощались, пошли. В лодочку зашли. Давайте, тунеяды. А, понятно, надо. А вы можете одновременно? О, хорошо. А кто задает темп? А, понятно. Это что, ледничок? Мы его не переплывем. Да, изи переплываем. Давайте, дикие гонки за адреналином. Всегда так рулю лодкой. Вы просто так взяли и свалили от них? Обожаю такое, как книжка. Где благодарность за освобождение? Так она лодку им подогнала. Самое лучшее. Или ты хотел, чтобы она им подогнала что-то другое? Например, амулет, конечно же. Можно, конечно, сыграть на игре слов, типа лодка, и... добавить... еще две буквы впереди, но я не стал, ребят. Я думаю, что это слишком грязно. Стрим все-таки гримовый, значит, серьезный. Не будем же грязные шутки какие-то отпускать. Амулет теперь это так называется? Колодка? Конечно, колодка, братан. Понятно. Чувствую, сейчас будет бурление. Бурление надо доджить, иначе меня колбаснут. Так, я не понял, или он, или как... Я считаю, что мне ничего не угрожает. Не, подождите, а там бурление было? Не, надо, короче, ориентироваться понизу. Я понял. Махакамская светлая, ну-ка, отплывай.
Я не понял, ты что, меня подкузмить хочешь, что ли? Кунрили меня подкузмить хочет. Не-н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 е, Дэвид Блейн, не-не-не. Хренова. Хренова щука. Солодка так-то. Конечно, солодка. Тоже кузмить хочешь? Пошла вон. Я рулю просто как в GTA. Ты чё подо мной там стелишься? Мерзкая щука. Все в порядке. Мы припаркованы. Передаем за парковку. Я не понял, вы что, меня подкузмить хотите? Нам же туда надо, все в порядке. Топим, топим и топим, ребята. Врум, 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 врум. Врум, 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 врум. Там уже все в порядке. Включить саундтрек из фильма «Челюсти». Давайте проползаем, господи. Тунеяды. Это Вилли. Какой Вилли? Вилли — это какая-то знаменитый кит-убийца? Так, видим колонну, облобызаем ее сразу. Тихо, там какая-то фигурина. Гейзер, гейзер, гейзерок. Тихо, что-то мне страшно. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Кузмит, видите? Кузмит. Подкузмить хотела. Мерзкая щука. Щука, не кузьми. Тихо, тихо, тихо. О, это минус. Нет, не минус. Ты чё кузьмишь реально? Иди отсюда. Да коль я буду это терпеть? Опять кузьмит. Так, а если я буду зига-зага? Арапа? Они сейчас из нас сделают арапа Петра Великого. Слушай, ты что реально говнишься? Этого я даже не видел. Реально говнится. Мерзкая рыба. Я тебе ничего не сделал, а ты говнишься. Ого-го-го-го. Так. А. Все, пришел, припарковано. Оно охотится. Да фиг знает, что оно охотится-то. Я бы на его месте, на месте этого чудища уже бы нас давно сожрал. Не понял, что сейчас лед будет трещать подо мной. Так, ну началось. Это дрейфующая льдина, что ли? Малой, прыгай давай. А, нам мы скользим, господи. То есть для нормального прыжка у вас трение есть, а для нормального перемещения трения нет. Я понял. Справедливо. Физика. Да, малой, ты разгон возьми-то. Най-най-най-най-най-най. Вот да, так всегда так. Малой, давай-давай-давай. Ой, ты молодец какой. Тут уже снежок, тут уже нету никакого стресса. Ой ты, черепашка. Ядрить, какая большая черепашка. С ледяным панцирем. Давайте принесем ей черепашонка. Черепашонок где-то здесь был. Так, тихо, они сейчас нас уничтожат. Чё, на черепашонка можно залезть, наверное? Помогай, малой.
Что мы делаем? Чувствуешь, что пока ничего, пусть он пока здесь тупит. Надо хотя бы понимать, куда мне его нести. А, сплавляем. Ну-ка! В кастрюлю! В кастрюлю, сволочи! Да чё ты так ходишь-то, это странно. А сам чё? О, черепашонок повернулся к маме. Давайте малого-то. Ты куда бабу отправил? Да она тут сама, она такая своевольная. Может, она же у нее не подружка никакая. Черепашонок тупит. Просто тупит. Давай. Отправили всех черепашат. Да? Мама же нашла второго черепашонка. Все, мама счастлива. Мама черепаха счастлива. Я слышу, как будто еще один нового черепашонка. Окей. Ты можешь его оттолкнуть? Давай. Изи-пизи, лемон-сквизи. Так, ты давай уже. Ты вот дернуть вообще не можешь, да? А, они, кстати, могут вместе. Только это так же медленно, как и одному. Они не умеют плавать. А ласты у них 4 штуки, зачем? От комаров отмахиваться? Хапа в прошлой жизни был черепахой. Очень похоже на правду. Тортл суп, черепаший суп мне дали ачивку. Вот это выгода. Ну, здесь все. Здесь мама черепаха рада. А малые снова уперлись. У него ледяной панцирь такой забавный. Просто уплыли. Черепашки просто перевернулись. Скорее всего, нам потом помогут где-нибудь черепахи. Они же не умеют плавать. Да, так и уплыли в закат. Рядовая тема. Плавать не умеем, зато уплыли в закат. Всегда так дело. Раба. Чё это за нонсенс? А здесь, наверное, залезать. Полезли. Так, по одному, ребята. Так и учат плавать. Всегда так делаю. Шатратик, а сколько у нас сейчас? Они утопились. Господи, боже мой. Шатратик, сколько у нас сейчас на стриме? Мне интересно. Гуна. Так ломай, полено. Дима был сегодня на вечеринке? А Малик? Судя по всему, нет. Так, надо найти способ повалить бревно. Та-та-та-там. Вы нашли топор. Изи. Изи-пизи, лемон-сквизи. Давайте, обрушиваем дерево на тетку. Застывшие статуи. 1491. Так, вполне нормас. Давайте, ребята. Ой! На тебе! Это на самом деле нужно было, чтобы у нас пила в руках осталась. Давайте, пацаны, рулим. Врум-врум, I'm racing. А кто такой Шатратик, мне интересно? Просто старый зритель или твой друг-приятель? Это уже старый зритель, который стал другом-приятелем. Он самый главный у нас на стриме. Иногда мне кажется, что главнее меня. Да, Шатратик? Правда, он живет в жопе мира. Но ничего. Кто-то же должен... Он как супергерой. Только в жопе мира. Там никаких проблем нет. Он там самый главный бандит. Руби бабу. Я в Подмосковье живу.
А, понятно. Ну ничего. Я так и знал, что за кадром кто-то есть. Я никогда не знал, что... Я слышал, что есть там кто-то, кто живет за кадром. Что я слышал, что есть города, кроме Москвы и Петербурга, но на самом деле мне казалось, что это больше миф уже, больше похоже на такое дело. Ладно, ладно, я шучу. На самом деле, небольшие города, они куда более душевные, чем большие. И вообще круче там жить, зачастую. Мне вот, например, с моей профессией вообще чихать, где жить. Я бы, может быть, даже на старость лет, или, может быть, даже вообще скоро перебрался. Блин, они такие замерзшие, вообще депрессивные. 100% эта баба вскроется. Так. Лед бы как-то отбить от этой штуки. Ты же не хочешь мне сказать, что она сейчас поедет? Вагончик тронется, перрон останется. Ты же троллишь меня. Никуда она не сдвинется. ЛОЛ! Ну, понятно. мораль. Мораль, знаете, какая вот сейчас будет? Не залезая в катапульту... Не залезая в катапульту, когда за рычагом больной человек. А, по-моему, еще проще мораль. Не лезь в катапульту. Просто не лезь. Что?! Да нет, 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 нет. Как бы все было на самом деле? Она бы просто приземлилась во что-то каменное и просто... Просто там такое бы пардонте было. Малой, отойди, пожалуйста, от штуки. Полезай давай в кузовок. Назывался груздем? Пошел вон! Так, малой опускает мост. А большой тем временем... Что ты делаешь-то, наркоман? Это игра. В смысле игра. И что? О, мало может здесь пролезть. Странно, что они. Так, что здесь? Невидимая хрень? О, прикольно. Только по следам могу ориентироваться, что оно там есть. Подождем малого, чтобы он был с нами на одном уровне. Так. Ты залезай сюда. Прыгай выше. Переползам бок малому. Малой тебе ничего не сделает, пока пусть дверь открывает. Залетай. Малой пока дверь открывает. Ты что, глупый? Что, с дверью справиться не можешь? Что? Она тупо... Твою матушку. Вы троллите меня. Ну да, реально. Я тут кривляюсь, выпендриваюсь, а она просто пердысь и перелетела. Причем, ладно, ладно бы она выбрала самое узкое место, да, вот здесь можно было сюда вот прыгнуть, к примеру, здесь явный выступ, то есть как бы лететь меньше, это тупо разумнее. Нет, она тупо с камушка на камушка просто фигакс, фигакс, потом перелезла, открыла дверь, конец. А у меня два бомжа, я вынужден какими-то орками управлять. Опа-це. Так. Я в детстве укусил радиоактивный человек-паук. Давайте, пацаны, бегом. Шмыгай, легай! Дайте. Там намек на то, что она необычная. Они тут все необычные. А пацаны, которые там помидорят...
Да, ты не тупи. Ата раз, ата два. А с чего у него с высоты обзора нету вообще? Откуда они знали, что он не любит разрушать эти статуи? Вообще понять не могу. Но вот как-то вот так вот сложились обстоятельства. Заметьте, еще пару статуй в подозрительном месте. Чувствую, что надо к ним. Сейчас такой ом-дом-дом. Да реально, сожрал. Глянь, это один про тот момент с катапультой. Так, малой, ты чё не пролезаешь? Чувак здесь шарахается вообще просто. Че, даже в дом этот не зайдет? Япона, мать. Вот это говнишка. Так, пацаны, бежим. Ой-о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 й
Вот же вы заплутали. Судя по размерам невидимки, то он должен видеть их за снеговиками. Так может быть он как этот, краснолюд. Что, прости? Вы знакомы, что ли? Понятно, мир да любовь. Брата на бабу променял, правильно, братан? Держи пятюньку. Красавец. Просто красавец. Я тебя знаю всего 5 минут. Пока. Ну все, теперь тебе брат недовольный только остается. Испортил ты отношения в семье. А теперь что с малым делать будешь? Ой, смотрите, какой пейзажик. Обделаться, вы только поглядите. Вот постарались-то, а? О, у меня тут камушек припасен. А я его так на вытянутых руках. Ты кому доверяешь? Господи, куда эта цыганка нас завела? Да ты чего? Она это... Она любовь всей моей жизни. Пошел вон. Абер, брось! У тебя же уже есть жена, Абер. Какого черта? Да нет, я вижу еще неисследованные территории, капитан. Я должен туда пролезть. Ладно, ладно, я не буду эту грязь больше разливать. Я завалил. Так, а чё? Что-нибудь можно здесь сделать интересное? То щачло пролезть. Ычки какие-то. По тематике лимп напоминает. Она сейчас что, какой-то паучихой окажется? Твою мать! Ну ясно, понятно. Ну чё, доволен собой, придурок? Ну чё, как тебе? Так, здесь явно раскачиваться надо. Раскачиваемся.
Поцелуй ее, чё ты? Ага. Так, как ее надо сбивать? Так, малой. Давай сюда. Давай как-то. Ты чё, ей лапы отрываешь? Хорош, какая грязь. Хорош. Так. Разбежались. В разные стороны. Отлично, помидорию. Малой, залетай. А ты лапу рви. Да тебе, паскуда, за все те нервы, за все те 5 минут, что мы были вместе. Господи, какая грязь, какой отвратительный, я сам себе не нравлюсь. Триггерим. О, давай по этой шаболде. Лапу, руби руку, братан. На тебе. Какая грязь, боже. Она всего лишь хотела потанцевать. А ты ее давай в шарике. Давай, в шарике в нее. На тебе. Она уже вообще ничего не может. У нее еще депрессивный такой крик. Господи, это настолько мерзко, насколько это может быть мерзко. Очень депрессивное говно. Она на трех лапах ходит. И трехочковый. Очень депрессивный музон. Твою мать! Вот это нехорошо. Это нехорошо. И чё вообще в этом логове паучихи-то понадобилось, блин? Сломали ей пару ног и свалили бы, пацаны. Чё вы делали? Она все-таки ему дала, пишет Батман. Господи, ты отвратитель. А, какая грязь. Да не-не-не, там, судя по глубине проникновения, у него там вообще шансов нету. Это вообще просто такой ванш. Что делать-то? Все, у нас теперь брата нет. Что делать? Надо как-то приморозить рану. Реально приморозить. Делать нечего, можно паутиной воспользоваться, чем-то вообще воспользоваться. Пипец. Брат там охреневает. И можно управлять? Нет, нельзя, они там просто летят. Нет, чем-то можно управлять. Собственно, та самая целебная трава, которая нам нужна была, да? Самая лучшая идея приморозить. Блин, сейчас, надеюсь, эта трава, она реально настолько целебная, что не зря я весь этот путь проделал. Здесь сейчас какой-нибудь друид или дриада должна жить, который нас обязательно выхилит. Давайте. Хранитель рощи какой-нибудь. Там вообще адский. Да. Что-то я чувствую, что братишка того.
мальчишка там на ладан дышит. Система подземелий какая-то адовая. Брось его, иди дальше один. Сейчас мы наберем целительные влаги на верхушке дерева. Обязательно вернемся к братану и спасем его. Я считаю. Так, нам надо налево. На самое лево. Сюда нам. Тут еще какое-то огромное гнездо, какое-то непонятное. О, хорош. Вот так и знал. Давай, целительные влаги. Давай быстрее. У тебя не так много времени, что ты угораешь? Только ты что-то мало зачерпнул. Вам надо с собой было 2 5-литровых бодии, вы как не русские, неосновательно ходите за святой водой. Святую воду таскают обычно в 5-литровых бодиях. Ты что, в церкви никогда не был? Так, у нас что здесь? Здесь это экстра спуск? Да, экстра спуск, походу. Я не вижу вообще ничего тут. Да, это экстра-спуск. К братишке. Не на своих же двоих спускаться. Братан, давай-ка, давай водичкой. Сейчас водичкой полью, все будет хорошо. Абвер, не надо. Абвер, живи. Абвер, кто ХС-то стримить будет? Ухапа, альтернативные стримы. Абвер. Абвер! Вот это дерьма кусок вообще. Да, не весело. Что-то сегодня не веселый стрим. И опять все из-за бабы. Да не, на самом деле, все из-за тупости. Когда, блин, злого паучихи сбежали, пару конечностей оторвали, она уже не готова ни за кем бежать, надо было просто бежать. Она все еще была очень опасной. Нехрен было с ней. Месяца. Так, это что-то не то.
нормально. Мне что еще тут депрессуху своими руками делать? Вообще жесть. Что вы делаете со мной? Вообще не весело. Да. Он даже не встает. Япона, мать. Пума, ну вообще не встает, короче. Управляй вторым. Да я управляю. Не хочет двигаться. Используй контроллер старшего брата. Да. Короче, теперь, чтобы он перестал рыдать, надо перестать действовать старшим братом. Типа, старший брат, перестань действовать. Ты у тебя просто как с Леной в первом прохождении было, давай заново. Я полагаю, что... Да, конечно, скриптовая, ребят. Ты ничего не поделаешь. Че, братан, давай, пока. Вообще, я бы его вообще не закапывал. Это же вообще... Ну, не надо закопать, конечно. Ну, блин, мало ли там это... Фея прилетит, все спасет. Обидно, как он без бардана доберется. Да вот. Как обычно, как во Властелине колец. Туда пешком, обратно на рухах. Сова жива? Походу, да, походу жива.
вообще, короче. Сходили папе за лекарством. Может, это другая птица, типа, другой... Сгоняли вот только за углом, не говори. Сходи за чаечком, а то красный как томат сидишь. Да чаечка, зачем чаечек-то? Не, ну судя по тому, что нам показывали, отец оклемается. Другая летающая четырехлапая сова ног. В смысле, а что у нас, что у нас из живности представлено в единичном экземпляре? Ты мне скажи. Так что вполне другая. Дом так интересно построен, что везде бревна, чтобы переходить на скале. Еще не всех сохранил, да. Сейчас еще, не дай бог, с папашкой какая-нибудь хрень случится, вообще будет не круто. Плавать-то теперь надо самому. Мама и брат придут на помощь. Повезла бы уж птичка. Да. Брата нет, значит жив. Судя по всему, мы сейчас научились плавать. Так, давай. Ты сможешь, братан. А что с тобой не так? Судя по всему, это как раз таки типа вот сейчас ему старший брат помогает, наверное. Теперь он типа, ну он типа сейчас будет делать все то, что делал в свое время старший брат. Типа теперь он сможет нажать рычаг.
Так, это что за фигня? Окей. Ну, давайте. Ади, Ади, Даба. Аби. Всегда должен быть старший брат. Ну тут как бы такую иронию, ну точнее не иронию, я даже не знаю как это, такое просто смысл, что типа мол, ну типа он теперь старший брат, если на то пошло. Семинарёга, ты ужасен. Жизнь за жизнь. Да блин, если на то пошло, то спасать жизнь за жизнь надо, ну это, отца отдавать, брата оставлять. Вообще, конечно, я понимаю, что первоначальная интенция была... Первоначальная интенция была... Просто спасти папку. Можно лягушат попускать. Ладно, попускали лягушат и хватит. Ну что, посмотрим, что с отцом. Ну не, отец, наверное, все хорошо с ним. Потому что совсем гримовая говнишка будет, если еще и папа того отведает моего клинка. Дверь не можешь зайти? Чё сюда вообще пришел-то тогда? Старший сын умер, что может быть лучше? Вдвоем вы теперь, чего уж тут? Вообще фиг знает. Жестковатая кинишка. А есть другая концовка, потому что нет. Кто эту игру заказал, у кого сердце? Богданчик, короче, у него сердце. В свое время Казич тоже хотел. Бразер сотел пустот. Вот мы его и сыграли. Нориса. Ну да, жестковато что-то. Похоронили счет. Да.
Причем такая тупость, господи, такая тупость. Нет, чтобы просто свалить из логова паучихи, она вообще в жопу никому не сдалась. Походу, то ли Шекспир писал сценарий, то ли Джордж Мартин, да. Убийца настроения на вечер. И все коту масленица, ребята. Иногда надо и погрустить. Да. Палку истины нет. Палка истины прибережена на этот. На что она прибережена? Палка истины прибережена на этот. На марафон. Судя по цвету волос мамы, отца и младшего, старший был приемный. ГОХС. Да не думаю. Когда старт марафона? В понедельник. Ну, аренку. Нет, аренки сегодня не будет. Начинай героев тогда. Когда марафон? Когда готика, пока не запланировано. Хочешь грусти? Посмотри сюда. Не надо, не хочу грусти, мне хватит. Как там говорится, хорошо в лагерь съездил, все тлен. Но не расстраивайся, Санек, все умрут, и ты продолжишь свое бессмысленное существование. Хапа, нормально играть для детишек, а? После такого нужно выпить, я выпью. Я сегодня обязательно вечером выпью. Хочешь стать главным стримером Хардстоуна на Good Game, слей Абера. Таковы реалии, ребят. Оторвись на пришельцах. Не-не-не. Я думаю. Хорошо. Не, игра хорошая, ничего не скажешь. Игра, которая вызывает такие эмоции, хорошая. Нужно ограничение 25+. Долго рассказывать, в общем, жизнь говно, Золтан Хивай. Да. Год Рольденчика, настроение апнем. Вот это, я думаю, что хорошая идея. А что у нас за достижения здесь есть? Они стимовские, ладно, забей, не буду смотреть на них. Давай еще раз посмотрим Челябинский Дисней. Are you sure you want to exit? Я завтра, Хапа, я буду пить со своим начальством после экзамена. Я из-за тебя пирожок выпью. Спасибо, братан. Да, игра, конечно, хороша, ничего не скажешь. Залетело тем временем 250 рубасов от Рустоса с подписью. Привет, Хапа, жалко, что я провалил стрим по БЛ. Ну да ладно, в записи посмотрю. Я еще сдал экзамен, отлично, сам прифигел. Пришел за тройкой. Красавец, Рустос. Мои поздравления. Я рад слышать хорошие новости сейчас. Потому что что-то это совсем не круто. Не вообще игра, в которой ты просто идешь и хоронишь брата, это что-то не то вообще. Так, давайте тральденчик, ребят. Предлагаю тральден, рили тральден. Так, мне нужно. А, не это. Вот это мне нужно. Пройти две игры за один стрим, изи-бризи. Чтобы ребята больше меня не мучили тем, что Саша не проходит игры на стрим. Вуп-вуп, тральденчик на стрим, ребята. Веселимся. Все-таки мы сюда за радостью пришли. Nice secret, ха? Я знаю, что он сейчас сделает. Это, кстати, Грязямба. Он сейчас ударит... 5, 4 и 2 раза по 10. Хороший летал. Предугадывание.
I do wild pyro and freeze on Exia. Kill all the whelps. Go face. This is not going to be in a troll video, I don't know. Так. А в чем он хочет убить его? Зачем? Чтобы какого юнита забрать? Лутхордер. Ой, жесть. Жесть. Все, ты летал. Вот это грязь. Вот это грязь. Yep. 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 О, жесть. О, грязь. Yep. Crystal never changed. Ave Maria. Господи, боже мой. О боже. О боже. О боже. О боже. О боже. О боже. Это пипец. Пипец. Просто, ну, манга. Такой нонсенс вообще. Просто нонсенс. Грязь. Грязь. Грязь, грязь, грязь. Сморг сонг потом, гоу, 4 в аудио в описании. Legal face. Ой, жесть-то какая сейчас может случиться. Top deck. Well wrecked. Господи, боже мой. Well played просто. Так, что у нас, 4 в описании? Аудио 2, видео 3. Аудио 3, 4. Да, ну да. Вот это замечательный трек, я его очень много раз смотрел уже. Вот это надо посмотреть, конечно же. Чек-палку пишет Богданчик. Окей. Сейчас зачекирую. Веселимся, ребят. Рейд. Нуп. Нуп. Another huffer. Yeah. Clear the board. No. SMR.
Be nice to people. Turn 7 lethal. Play with mech. Top deck. Well played. Well faced. Meet you, so go face me, don't need to trade. Everybody knows that the face is the place. Meet you, so go face me, don't need to trade. Everybody knows that the face is the place. So if the face lays taut, we still go face. If the face lays taut, we still go face. If the face lays taut, we still go face. Истерическая идея. If you don't love me, we still go face. Get bad curve. Nope. Taunt needs nerf. Loose to plow. Unleash the hounds. Think till rope. Kill the rogue. Play around swipe. Да, враги, кстати, умирают, это вообще жесть. Be the second. Rank one legend. He is new. He never lose. Play with priest. 109, еще посмотри, плюс Макс Репост. Taste my steel. Там нового героя анонсировали. Какого? Медив. Можно на него посмотреть. А уже есть? Give a fuck if you don't like me. We still go face. Trade. Nope. Face. Trade. Хорошая, хороший звук этого орка. Это из Вархаммера, да, как я понимаю? Face. Trade. Face. Это официал от Близов. Так, медивчик. Сейчас, секундочку, ребят. Кирин Тор говорит, что обучиться магии все равно, что понять правила игры. Глупцы, истинной властью обладает тот, кто не признает правил. Я Медив, последний хранитель. Если магия, интересно, у него арканшот какой-то будет. Стану победителем. Хотелось бы посмотреть, как у него выглядит херобилка. Просто у Вара, ну, типа, скучный армор. Скучный армораб. Так, а что это за фигня? Почему он автоматический? Автовоспроизведение. Вот, надо выключить. Вот. Медивчика купишь? Не знаю, возможно. Ну что ж, дорогие друзья. Дело за малым. Чек Скайп пишет. Богданчик. Ничего себе, Богданчик, спасибо большое за поддержку. Так, Богданчик. Ой. Особенно за такую внушительную. Я думаю, что надо немножко рассказать про то вообще, что в ближайшее время будет. No game, no life. Так, сейчас, секунду. Здесь. Не. Богданчик радуется, говорит, вот я увидел твои слезы. Ну, во-первых, как бы история действительно душещипательная. Но это не самая та ситуация, когда я прям разрыдался. Я бы, скажем так, я думаю, я еще попуще могу расклеиться. 109-й Трольден, посмотри Макс Репост. Не, я думаю, 109-го Трольдена мы смотрели, посему я не особо планирую посмотреть. Также еще залетело 50 рубасов на 50 рубасов на яд от непредставившегося товарища. Спасибо тебе, непредставившийся товарищ. Так, ребят, значит, что я хотел сказать по поводу того, что будет в ближайшие дни. Во-первых, у нас в понедельник. Во-первых, у меня завтра выходной. А послезавтра у нас стрим. Скорее всего, это будет обычный Hearthstone. Просто пообщаемся, хорошо поиграем, воскресный стрим, все хорошо. Я так, во всяком случае, планирую. Вот. А по поводу понедельника. В понедельник стартует марафон. Марафон этот
Марафон этот будет, собственно, 24 часа. Собственно, на нем будет доиграна Палка Истины. Палка Истины будет доиграна после 0 часов. На нем будет Ведьмак 2, собственно, естественно. Последнего Трельдена мы уже посмотрели. Вот. Ведьмак 2, Ходс, возможно, немного Дотки. Ходс, Дотка, не знаю, может быть, это будет, может, этого не будет. Если на то пошло, то торопиться с прохождением ничего мы не будем. Вот. Значит... Чего-то я еще только что хотел сказать. А, ну и само собой, будет много Хардстоуна. Будет много Хардстоуна. И плейлист будет заранее подготовлен к этому стриму. Вот. И, собственно, вы на него ссылочку получите. Зацени, по твоему мнению, что значит по моему мнению? Ханты не плачут, Лан Хапян, не надо плакать. Кстати, а что было сильнее, смерть брата или концовка Лены? Ну, мне как-то концовка Лены больше близка, понимаешь? Вот к этой смерти я не могу относиться адекватно, потому что, мое мнение, они просто играли с огнем и переусердствовали, я не знаю, зачем было. Отлично, отличный скин Медива. Не знаю, зачем было утрировать, надо было убегать от опасности, а они как-то не совсем не бежали от нее и от этого... От этого и как-то потерпели. Еще в начале игры, помните, был такой момент, там, где троллю можно было по пальцам ходить. Я вот по троллю по пальцам не ходил, и у меня все было хорошо. Вот и то же самое. Вот что, ей-богу, если у него не хватает сил, чтобы держаться, то у него вообще вполне хватит сил, чтобы схватить кого-то за ногу, упасть вниз и утащить за собой. Такие дела. Не надо делать опасные вещи, и не будет у тебя плохих последствий. Нет, само собой... Типа, надо избавить мир от монстра, это т.д. и т.п., но надо делать это очень аккуратно. Мое, ну, как бы, это то, что называется «слился на лолах». Грустно, обидно, досадно, очень нехорошо, но пипец. Понятно, юношеский максимализм тебе уже не свойственен. Ну, ты же сам кричал им «рви руку, рви руку». А в среду чур вампиры. Да, в среду планируются вампиры. Вот. Итак, дорогие друзья, даю вам ссылочку, по которой, если вы проходите, то вам большое спасибо, потому что проходы по этой ссылочке очень важны. Также напоминаю, что если вы что-то удумаете там купить, то скажите об этом мне, пожалуйста, и тогда мы с вами сыграем кастомку, то есть если вы купите. Вот, это как бы такой дополнительный мотиватор. Там можно купить тайм-карту на вов, там можно купить пак, там можно покупить всякие штуки по мелочи. Это, ну, во всяком случае, это улучшит мои отношения с работодателями. Вот. Также даю ссылочку на свою группу ВКонтакте. Сегодняшний стрим мне очень понравился, он был в достаточной мере душевный. Ну, то есть, как бы, да, грустно, но, слушайте, не все коту масленица. Это нормально, что у нас периодически бывают такие игры, которые не оставляют... равнодушными. Вот. Даю вам ссылочку. Так, это так. Даю вам ссылочку на группу ВКонтакте. Поступайте в группу ВКонтакте. Если вы хотите связаться со мной справа, я там указан как Яблочная Суть. Пишите, если у вас, вам есть что сказать, само собой. Напоминаю, что у нас есть сейчас http://www.youtube.com/HapaTV. Замечательный канал с YouTube, с Ютубом. Там появляются все самые новые поступления. И тоже не стесняйтесь, вступайте. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если вам не нравится. Активность нам очень там важна, поэтому вступайте и в группу ВКонтакте, и на наш канал YouTube, на Ютубе подписывайтесь. Подписывайтесь на трансляцию с тех мест, где смотрите. Это Good Game, MSK2TV, Twitch. Ставьте лайки, если нравится. Если не нравится, нет, дизлайки ставить не надо. Это вообще неправильный подход к делу, конечно же. Хап, поставь, пожалуйста.